ДВД «Алматы» до сих пор хранит молчание по делу нападения на оператора «Тенгринюс ТВ». Ну, мне кажется, я по этому вопросу только вас могу направить туда, потому что непосредственно они только занимаются этим вопросом. Что они уже ну, вы можете обратиться прямо начальнику департамента внутренних дел, либо вы можете написать об решении руководства Министерства внутренних дел.